Вчера вышло издание, Лизонька, с которым мы встретились. Есть возможность подробнее с ним познакомиться сегодня. Это «Мелодия песни. Первый взор. Ноты». И я так поняла, что нас обеих с тобой порадовала праздничность этого издания. Альбомный формат нот в золотой рамке, цветное издание нотное и ноты алого цвета. Сразу настроение праздника, сказки. Помогает настроиться на сказочность событий, встречи с этими нотами. И они, ноты этой песни, вполне конкретные предназначения. Первые ноты мелодии песни помогают открыть саму мелодию. Прямо раскрыть ее красоту. Мелодия проходит сольной дорожкой, исполняется всегда правой рукой в этих нотах. И мелодия прописана очень ясно и соотнесена с интонациями песни. Когда начинаешь ее играть, эти интонации сразу слышны. И второе предназначение этих нот – это передать настроение песни, ее дух. И левая рука, и созвучие левой и правой руки служат этому, буквально создавая среду самой этой песни. И как же эти задачи можно решать? Как открывать эти все возможности? Конечно же, исполняя правую руку, разучивая ее, максимально настроиться на саму песню и играть нотка за ноткой, словно проговаривая слова этими звуками. Тогда получается, вот прямо это звучит словно сама песня в этой мелодии. А в созвучии левой и правой руки вот сами созвучия, сами аккорды, они звучат очень богато. И внимательно-внимательно прослушать все аккорды и созвучия рождающиеся, которые даются этими нотами. И в них, знаешь, вот воплощено вот эти слова песни, как на первом снегу искры. Вот этих искр вся музыкальная ткань этих нот, этих звуков пронизана вот этими искрами, этими созвучиями. И играть не о об этих событиях, которые происходят в песне, а словно попасть в эту сказку. Прямо сделать шаг, оказаться в ней, пожить в этих чувствах, испытать это настроение песни. И когда это получается, а как догадаться, что это получается? Знаешь, в душе рождается такое состояние радости и подъема, которое ни с чем не спутаешь. Ты сам становишься душой богаче и можешь себе сказать, что те чувства, которые ты благодаря музыке испытал, которые появляются в душе, они, может быть, впервые появляются. Ты никогда их не испытывал. И вот это рождение новых чувств – это удивительное состояние счастья и подъема. И в результате вот это чувство, что ты в сказке живешь, что в нее попадаешь, оно рождается. То есть это как репортаж с места событий. Спасибо огромное за такую ценную и вдохновенную настройку на разучивание и исполнение этой мелодии.